Всем привет, это Оби, Мега Парнас. Сегодня в этот жаркий день я решила кого-нибудь спасти. И поэтому приехала сюда с определенной мыслью что-то тут увидеть. Ну давайте посмотрим. Ну это еще не оцененка, жаль. Тут есть хорошие экземпляры. Ну, вот тут ценили много орхидей здесь. Давайте посмотрим. Ой, главное, чтобы на меня ничего не упало. 159 рублей. Белая, естественно, понятное дело. Ага, вот это без корней уже, ну за 400. Так, это нам не надо. Вы уж извините, но для дроби я не беру даже и без оценки, не то что по оценке. 159 рублей белая. Белая. Не белая. Что ж такое-то? Судьба моя, наверное. Так. 229. Пошел грабеж уже. 149. Ну, тут уже как бы. Ой, здесь тоже вот корней нет совсем. А ценник 199. Понятно. Вот это мне понравилось. Расцветка. Но у нее тоже совсем нет корней. И стоит она не 100 рублей, а 229. Да. Очень много других разных цветов, которые здесь очень жарко в Оби. Я не понимаю, что у них с кондишеном. Он вообще не работает, походу. Здесь еще не уценили. Это еще не уцененные, да? Нет, это не уцененные. Угу. Как-то она не то самое, невежливо мне ответила, мне показалось. Ну ладно. Должны радоваться, что мы ходим, еще оценку покупаем эту, которую они загубили. 1300. Красивая. Но не за такие деньги. Ванды, как обычно, прелестны. Сейчас уже в полузасохшие корни заливают воду. Ну что делать? Как говорится, хоть так бы полили, и то счастье. Солнце отсвечивает мне в разбитую камеру. Я еще, конечно же, не дошла до ремонта. Такая желтенькая есть. Необычная какая-то, на мой взгляд. Какой-то цвет у нее красивый, больно. Очень яркое солнце. И вообще нечем дышать здесь. Вообще нечем. Во всей Меге работают шикарные кондиционеры. Я сейчас вот только что как бы вошла, да, и вошла сюда как в тепловую пушку. Просто ужас. У них ничего не включено. О, как они тут работают. Так, минички. Ну, как всегда. Даже комментариев не требуют моих. Так, здесь у нас островок. За сколько там? 579. Ну, тут кое-что можно подобрать. Смотрите, как красивая. Хорошая, прямо да, такая. Мультифлорки. Ну, на самом деле здесь может стоять орхидея, которая не стоит 579, стоит дороже. Такое тоже может быть. Бывает, что кто-то посмотрит, поставит не на место. Да, немножко желтеньких. Тарина, мне кажется, он там стоит, он там вот
такая, вот люблю я вот такую расцветку, нравится мне, симпатичная. У меня такие мультифлорки, по-моему, парочка где-то есть. Ух, как тут жарко. Даже камера мутнеет все время. Так, а GMP мультифлоры. О, вот это красивая. Мне кажется, такая есть. Есть, есть, есть. Точно есть. Тоже красивая расцветочка. Вот это тоже симпотная. Ну, это все здесь по два цветоноса, все больше 1000 рублей. Ой, как же им жарко, беднягам. Ну, это, наверное, я так думаю, все-таки, возможно, был привоз, судя по тому, как они расставлены. Аккуратно расставлены. Тут затесались какие-то другие растения. Очень красивая красоточка прямо. Ну и ароматят, конечно, здесь камбрии, мельтонии. Здесь прямо проходишь мимо, сразу аромат. Шикарный. Тоже стоят, вянут, уже вянут. Откопала одну минечку в более-менее приличном состоянии. Две там еще есть гнилых совсем. Вот так она полита, с нее течет. Не знаю. Пытаюсь рассмотреть. Может быть, она, конечно, тоже все. Господи, боже мой, все падает. На вид что-то... Да что ж ты все падаешь-то, ёлки-палки. По-моему, она вся залита. Такая розовая, как у меня, цвела шикарно. Ладно, возьму на свой страх и риск. Попробую спасти, но не факт. Больно уж у нее там... Мне сейчас тут, знаете, одной рукой никак не разглядеть. Ну, надо тут это поцарапать, посмотреть шею. Никак мне это не сделать. Упал, бедняга, смотрите. Завалился. Жираф. Прямо даже, вот даже с уценки-то взять нечего. Там такое все. О, конечно, при такой жаре, еще сильно политые, они сейчас у них быстренько тут все загнутся. Ну, я, конечно, понимаю, что бесплатно никто не отдаст. В общем, как-то так. Пойдемте смотреть что-нибудь другое, то, что нас порадует, наверное. Уже тоже погибающая рассада, никому не нужная. Помидор. Даже и петрушки. В принципе, если бы они сделали... А, ну ведь по 99 рублей, то есть как бы... Как будет ценочка на... Травка, тимьян,
тоже походу 99 рублей. Душица. Душица, задушица называется. Чуете, какая тишина? Я здесь одна. Люди, вы где? Где вы, люди? Никого. Да все в отпусках просто. И на дачах. В ноябре. Шлындую тут по обе. Здесь, конечно, попрохладнее, чем в тех залах. Но тоже, я бы сказала, что жарко. Честное слово. Хвойники здесь все-таки стоят у них. Не знаю, как они переживут. Типа распродажа. Ну, что-то так прям не бесплатно. Отдайте розы даром. Отдайте. И Оля бы взяла бы только штук 10. Ну там сейчас там такая система полива. Супер. Я так понимаю, что вряд ли раскупили. Наверное, передохла половина просто у них тут. Ценник непонятен. Данных растений что-то не вижу я. Раньше они были по 300 с чем-то. Тут, слушайте, можно ноги промочить. Вода льется у них прямо на пол. Мне непонятно, сколько стоит. Нету ценников. Наверное, может быть, на каждом горшке. Но это ж нагибаться надо. Что-то не способна сейчас нагнуться. И вообще любое шевеление сразу в пот бросает. Так, пионы. Красота. Траву продают. Я могу лично вообще бесплатно мне на участке. Приходите, я вам накашу. Смотрите, трава. За деньги. Ужас какой. Лилейники. Почти такие же, как я покупала. Но нам уже больше не надо, спасибо. Те-то не растут что-то. Так, что там еще? Так, в принципе, как-то все очень скучно и мало. Ну, я же сказала, что все засохло. Конечно, вот оно стоит на тележке для распродажи. Но ценник здесь еще, ну, как бы не уценили, они их только отставили. Ну, естественно, розы гибнут. Не знаю, ой, хвойники-то вообще. Просто вообще жесть. Как жалко, вы посмотрите, что. Просто все сухие, это просто все на помойку. И что тут оценивать-то уже? Даже и взять-то нечего. Оно все неживое уже. Розы, которые были очень задорого. Уже уценены не так уж и дешево. Тут вообще все засохло. И стоит это 700 рублей вот это. И вот это тоже. Смотрите. Оно вообще не выживет. А ничего. Ой. Какая шикарная елочка. Просто шедевр какой-то, посмотрите. Тоже тут около уценки она стоит. Да.
Как же жалко это все, правда? Иголочки сметают, видите, совочек лежит, сметают в коробочку, иголочки сыпятся. Смотрите, какая. Это компостная куча, наверное. Ящик для компостной кучи. Наверное. Ну, кто как. Кто для чего использует. Вся грустная я и полна разочарований. Хотела перчатки купить, но сейчас там, ага, купишь тут. Больше вам ничего не расскажу. Все. Все перчатки мои скупили. А Оля теперь мучается. Вот кому жить-то хорошо нынче. Это кактусы. Вот. Для них сейчас не погода, а рай просто. Все живые прям стоят. И даже если их никто поливать не будет, они прекрасно себя чувствуют. Смотрите-ка, и красавцы. Ухожу я из обби. Так что всем спасибо за внимание. Извините, что так грустно, но что делать? Веселиться нет повода. Очень жарко. И мне, и цветам. Поэтому всем пока!